вороне дали пробочку. Вот только я начала снимать, он ее уронил. Ну, подними ребенку пробку, он же сам не сможет. У него лапки. Ну дай ему. Ну, где твоя пробочка? Ну все, кошмар ее давай. Ты чё ты? Людишки тут какую-то мерзость задумали. Людишки тут убрались, да? Все не так. Граф, какая-то нездоровая тяга к женским шмоткам. Графоний. Смоляков негодяй. Смотри, он опять сейчас орехи пойдет жрать. Он уже увидел с ними пакет. Пробкой он не очень интересуется. Что он потиранил и бросил. Фантик, без конфетки, ребенку. Ты хочешь ему с конфеткой дать, Фантик? Ну, конфетку все равно не съест. Бестолочь. Зло, зло. Воронье зло. Ты только потом убери все, что он тут накошмарил. Да, пшан? Херню смотришь вон. Стрим какой-то. Вот, чеши. Вороны не Графоний, как ты себя ведешь? Вот больно щипаешься за пальцы. Ты что? Ты что себе позволяешь? Он себе все позволяет. Да, Графоний? О, что-то у меня пультик от камеры вырубился. Странно. А вот снова за фурыку. Графон. Графонский. Будешь меня кусать в камеру? Граф. Нельзя. Бесстрашная птица. Кварочка камеру боится. А этот вообще отмороженный. Суровый. Галка, северная птица. Спушеный. Морозов не боится. Кто вспушеный? Он, кстати, сейчас не такой спушеный, как утром. Утром он был вообще шар. Да. Утром он дерзил, а сейчас так. Ну, сейчас он, конечно, тоже дерзит. Его выпустили из замка Ив. Он тут кошмарит все. Людишки на имущество. Граф. Ай-яй-яй. Графоний. Кто папкин стул тиранит? Графон Графоныч. Ты ему как... даже не стыдно. Ты как себя ведешь? А? Кое-как, Графон. Совесть есть? Нет? Не.
Графон. Чё кряхтишь? Всё. Скажи что-нибудь, ну, свое оправдание. Он хочет общения, но он не хочет в этом признаваться. В свое оправдание ничего не скажи. Ну. Ну. А, отвернулся. Да. Ну, он хочет с людишками общаться, но он не хочет в этом признаваться. Да. Хочешь общаться? На графон. Зыркать, чё бы ещё стырить. Да. Слышь? Что такое? На. Давай чешись. Чесаться будешь? На. Будет чесаться. Так уж и быть. Терпит. А сейчас он тебе за палец цапнет. Да, графоний. Даже глазенки прищуривать так вот. Нет, камера его держит в тонусе, настороженно. Да.